So many weapons, so little time. Да шучу я. Приветствую, дорогие друзья. Ну что же, мы продолжаем наше приключение, теперь уже на Диком Западе, в игре Duke Nukem «Время убиваться». И да, теперь у меня есть пулемет, который, кстати, называется пулемет Гатлинга. Я всегда любил Дикий Запад, но в моем детстве не было такой игры, как Red Dead Redemption, поэтому... У меня был Duke Nukem и вот этот вестерн. Такой маленький. Так, здесь еще, блядь, целая толпа этих говноедов будет 100%. Ага. Может, ты по ним будешь стрелять? Спасибо. Он хотя бы не так дебильно раскручивается, как в резике. Опа. Летательные ножи. Это как в этих вестерн, да, там на главной улице. Перестрелка. Мне кажется, они сейчас откуда-то попрут, наверное, с каких-нибудь, блядь, этих потолков. Там какой-то прикол про куриц был. Что, типа, если курицу... Курицу, короче, если с огнемета въебать, она это... Ты хочешь немножко этого? Короче, если... Ух ты, падла. Короче, если курицу жахнуть с огнемета... Да, тут, походу, есть еще огнемет. Ай. Где он? Она превратится в этот, ну... Как это называется? Куриное филе. Ну-ка. Если просто так пиздануть. Низкополигональные куры. О, там еще и говно разлетелось из нее. Так, ладно. Улица, это, конечно, все очень здорово, но давайте полазим тут по всяким закоулочкам, по всяким домикам. Какой-то низкополигональный ребенок. Подожди, ну пацан реально на ребенка похож. Разыскивается. $1000. Какой-то чел, причем это фотография. Ну, видно, что не как на Диком Западе нарисовано, а именно чисто фотка просто в сепии. Может, это какой-то разраб? Решил себя укевичить. Так, тихо. Опасно вот так вот. Опа, ящерица ебаная. Ящер. Блин, ты иди ты нормально, боком заебал. Ешь, пей, вали боком. Вот это типа из бревен. Сука, шустрый. Идет он бегает. Э, хорош, бегай, козел. Время спать, ублюдок. Заткни свою дырку. Ну, в переводе на русский, наверное, это было бы звалибало. А зачем я сюда пошел? Здесь что-то было интересное? Ну, кроме толпы этих говноедов. Зеленых, чешуйчатых. Ну ладно, из них аптечки понавопадали, но мне как пока не нужно. Блин, так патрон на них потратил. Ну, чисто технически, наверное, там как-то можно туда наверх залезть. Ну-ка, тихо. Ха! Не, поближе надо. Ха! Еще поближе. Ха! Блять, я почти. Блять, ну тут еще типа темно, я плохо вижу. Оп. Есть. Залезли. Теперь я сверху буду. Так, патроны пукалета. Тоже неплохая штука, кстати. Так, здесь что? Сено. О, винтовка Буффало. Это, кстати, имба нахуй лютая. Она, по-моему, ваншотит всех. Причем жестко так. Ну да, и можно было вот отсюда прям с верхотуры всех разносить. Ну, по сути, винтовка Буффало — это как снайперка. Такая глинаместная, короче. Просто, блин, там части тела отлетают сразу. Привет. Подожди.
Ты где это? Винтовка Буффало. Вот она. 8 патронов. Эй! Придурок сраный! Ладно, беру свои слова назад. Не такая уж она и крутая. Но башку я ему отстрелил. И вон там такая дыра прям на стене осталась от нее. А. Ёптудей. Блин, не тормози, брат. Ну аж пиздец. Чё ты щелкаешь-то, блин? Это же Дикий Запад, здесь нельзя щелкать. Тихо. Мы вообще куда пришли? Я там еще магазин не осмотрел один. Или что это было? Магазин? Я здесь был? Где мои курицы? Они мой ориентир по жизни. Я хочу ориентироваться на куриц. Да не хрюкай ты, падла. Какой-то странный сортир посреди. О, тихо, я видел говнаря этого. Куда-то свалил. Так, вон повозка. Наверное, нам туда. Ну, типа, чтобы вернуться назад. Понятное дело, что нам сюда, но... Не вижу никого. А, вот увидел. Блядь, разверни ты свою... Болван. Ебать их тут. Ну это как в хорошем вестерне, да? В смысле? Где он? Он стреляет. Ах ты говнюк. Видали, видали, какой стелс-мастер? Он просто слился с текстурой, падла. Настолько темно, что я вообще не увидел в упор. Блядь, столько здоровья потратил мне. Пидарас, блядь. Хрючило, дрючило. Не, ну здесь без минигана, конечно, было бы тяжко. В замкнутых помещениях, ладно, там можно еще это, с дробашом походить. Здесь, конечно, ну, в жопу бы надрали. Так, это что? Давайте изучать окрестность. Так, это стоило, это конюшня. Конечно, есть лут. Никакие секреты мы здесь, конечно же, не найдем, потому что я ни хрена не вижу. Если там что-то будет по цвету отличаться, какая-нибудь, например, доска. Ну-ка, подожди. Спускаемся вниз. Но тут я чисто догадался, что увидел лампу эту. И решил, что, возможно, тут то же самое, что было в первой, ну, в этой могиле. Так, лестница. Стой! Ай! Я знал, я вспомнил эту залупу, что здесь этот хуесос, блядь. Он, кстати, очень больно бьет. Я вспомнил только, когда на лестницу влез. Вот только он начал стрелять вниз. Правда, он беспонтовый, из него ничего не упадает. Кроме пиздюлей. Так, ладно. По-моему, она ведет на какую-то башню. Надеюсь, он был один. Так. Допустим. Это что? О! Огнемет! Супер хилса. Хорош. Неплохо. На скилле. Так, оно взрывается? Так, ну, блин, ну если тут все коробки разносить. Патроны для винтовки. Топливо для огнемета. Ну, типа, наверное, спасибо. А, блядь, камера-то не двигается. Я убьюсь, если спрыгну отсюда, интересно. Ну, типа, неохота обратно через это здание проходить. Да не, вроде не убился. А где мои курицы? Я хочу поиздеваться над ними. Ну, типа, ради чего я вообще огнемет подбирал? Не для того, чтобы врагов мочить. Хе-хе-хе, идите ко мне, мои хорошие. Пора приготовить жаркое. Оп! Кура-гриль.
Цыпленок табака. Ну и я не знаю, что там у нас еще. А, главное, вы прочитаете, что написано? Здоровье полное, короче, можно их сожрать, типа, и здоровье пополнить, лол. Ну, типа, ну, забавно. Я в первой части, помню, там здоровье пополнилось, пошел, поссал, блядь, здоровье пополнил. Там еще какие-то мемы были в первой части тоже. Ну, вот этот Duke Nukem 3D. Ну, типа, как бы игра мемная. Это типа банк? Он типа один был? Я забыл, что можно дверь вышибать с пулеметом в руках. Нет, вон еще один хуй дрын. Так, дальше, да? Ну хуй с тобой, ладно. Но судя по звукам, он сдох. Бля, у меня одна осталась бомба. Метательные ножи, ну такое. Понятное дело, что когда я играл с бесконечными патронами, бля, я мог на... Или бессмертием, я мог всякой хуйню заниматься. С разного оружия всех убивать, типа, по приколу. Just a number. Просто номер. Ага. Заебись, что мне это дает. Может, это номер к сейфу? Подожди. Где мой пистолет? Блин, там как-то, по-моему, два пистолета можно было потом носить. Где деньги? Где деньги, бля? Да нахрена мне этот огнемет? Он беспонтовый. И? Ну, типа, у меня же есть код. Ха-ха, хуй ты угадал. Или что здесь? Ради чего я сюда вообще пришел-то? А можно как-нибудь? Клочок бумаги. А, ну он, видимо, понадобится в какой-то момент времени, и я смогу его юзануть, да. Блин, у меня 33 патрона осталось так-то для пистолета. Да. Короче, надо на пистолеты переходить, потому что, ну, как бы... Блять, у меня пистолетов-то не так-то много осталось. А хрючки хрюкают, да, они где-то здесь лазят еще. Сидушка чья-то. Так, вот здесь, по-моему, здесь бордель. Так, может, дробеж взять? Оу, е. Оу, е. А нахуй, по яйцам тебе, сука. Так, это что? Что за место? Lock and load. Чё? Загружен и заряжен? Так, бочонки. Там что-то лежит. И здесь что-то лежит. Это чё? Чё это? Патрон для пулемета. О, неплохо. Как раз то, зачем я сюда, в принципе, и пошёл. Так. Погодь, вот эта штука. Здесь какой-то секрет, я знаю. Нажми что-нибудь. Ну, потыкай там пальцами своими, блядь, сардельками. Но оно отличается по виду, ну. О, еще какой-то розыск. Вот это вот, да, похоже на настоящие, да, типа, как бы они нарисованы, как бы их неплохо видно. А там прям такая четкая фотография, но сразу видно, что это какой-то прикол. Еще хилки. Мне кажется, это куда-то на улицу, дебил. Да, это там, где я уже был. Lock and load. Ай! В смысле? В смысле, где? Пулемет! Сука. Ты ебаный ты нахуй. Ну, да пройди ты куда-нибудь уж, ёб ты встал, блядь. Нет, здесь по-любому... Нет. Вот, по-моему, здесь точно должен был какой-то секрет быть, что там проход куда-то наверх, там баб голая лежит в ванной. Оу май! Ее еще можно за ногу подергать, по-моему. Так, банки были, там были. Где еще можно было побывать? Так, ну дробовик это явно не самый лучший вариант против пулемета.
Ну, по факту просто. Бомба, ну, тоже как бы не очень хороший вариант. Так, если что, у нас есть еда. Так, еще какие-то двери. Давай их тоже вышибем. Где эти хрючила, бля? А я что-нибудь вижу, по-вашему? О, вот это, наверное, бордель. Ну, судя по красным этим тонам. Так. Тихо-тихо-тихо, без резких движений, они же за углом могут стоять. Так, я вижу на потолке какую-то хрень. Видимо, туда можно пройти. Опа. Здрасте. Глазки вырезаны. Там хрючка. Так, осталось понять, как ее открыть. Ну, как-то ее можно открыть по-любому, но там как бы даже показали, что там свинья за ней. Так, нет. Ну что ж, какой-нибудь плафон подергать. Тут что-то, блядь, все двери открываются с помощью плафонов. Ну, типа стимпанк, вы поняли, да? Там были эти ключ-карты, какие-то компьютерные панели, а здесь вот надо плафоны крутить постоянно. Эти керосинки. Керосин-лампа, да. Или может ее вышибить можно, эту хрень? Ага. Так, теперь осталось... Ай, блядь, минус пальцы. Можешь помедленнее? Ну, допустим. Чуть-чуть... Чуть-чуть, я, сука, сказал, придурочный. Хопа! Я же говорю, я помню, я что-то помню. Not bad, он сказал. Я что-то помню с детства еще. Какие-то плюс-минус какие-то секреты. Ух, нихрена тут патронов. Для ружья, которое мне нахер, блядь, не надо. Вопрос в другом. Как мне попасть туда, куда я хотел попасть изначально? О, это что за шляпа? Двойной дюк. И что это значит? Я теперь бессмертный? Или что? Почему я красный? Нет, я не бессмертный, явно! Так, что это была за хрень? Двойной дюк, что это значит? Я просто был красный. От стыда покраснел. Так, где это место? Я пойду попробую ту дверь вышибить. Блин, я не помню, как эти пулеметы валить. Ну, то есть, как я понимаю примерно, как их валить, но это, типа, очень сложно. Там еще какой-то педик, блядь, делает пиу-пиу. Ага, хуев как дроп. Не понимаю, короче, как туда попасть. Ты это задолбал патроны тратить, ты... Блядь. Неплохо, хоть и вдаль. Вот отсюда они, наверное, по мне, суки, стреляли. The best things in life never change. Лучшие вещи, которые я люблю, никогда не меняются. Ну да, бабенки танцуют. Ну, это, конечно, не тот стриптиз, который мы смотрели в Лос-Анджелесе, но тоже неплохо. И да, если по ним пальнуть, будет то же самое. Тоже появится куча свиней и дадут пиздюлей. Тут типа баба какая-то нарисована. Какие-то странные часы. Музычка такая упоротая. Бля, я, кстати, не помню бордели в Red Dead Redemption вот, почему-то. А так вообще, ну, места знакомые, знаковые. Тут как бы вон покер, как в РДР-ке. А там еще в РДР-ке, я помню, был момент, что типа тоже в одну комнату заходишь, там вот такая голая жопа. Ну, как голая жопа. Заходишь, а там типа, ну... Мужик, баба на мужике. Когда лени ищешь. И чё? Я нажал на кнопку. Где результат? Результата нет. Результат нулевой. Так, слышу хрю-хрю. Слышу пиу-пиу. С
сука, а? Откуда он выбрался-то? Там что, проход есть какой-то? Lock and load. А, в натуре. Ого. Сколько здесь бочек было бухлом пустых. А, это вот эти хер расшибешь так. Так, что это, ножик? Нахрен не нужны вообще. Типа по стелсу, чтобы там где-то лазить. Тут типа есть стелс? Но я до сих пор так и не понял, как эту хрень, короче, открыть с глазами. Ну, музычка там пипец, конечно, упор. Ну вот она, я знаю, что это она. И там типа секретная комната есть. Я думал, как через верх можно пролезть. Ну ладно, нельзя так нельзя, конечно. Так, ладно. Давайте оценим ситуацию. Так, это что? Это был банк? Или скобяная лавка какая-то? Вот откуда он падла стреляет? Сука! Да хорош! Тридцать три патрона. Попаду, не попаду. Так, ладно. Что мы поняли? Что их пулемет не берет. Их надо взорвать. Чё? Где они? Они, суки, сверху, да, сидят? Педики, блядь. Где они? Покажись, мразь! Свинота, ёбаная. Сука. Shut your hole. Shut your hole. Такой шлепок. Ну все патроны высадил, блять, ради чего непонятно. Короче, мне нужно либо РПГ, либо я не знаю, потому что у меня только одна бомба осталась. Это называется оподливился. Again. Впрочем, ничего нового. Ну а иначе эти, блядь, пулеметы никак не разнести. То есть я весь пулемет в него разрядил, блядь, ему похеру. То есть в начале, там, в первой этой локации, да, там пулемет, ну, как бы с автоматом, с пистолета разбил, а здесь нихера. Да ладно, что, опять плавать? Я не хочу. Максимум аптечка, у меня одна всего. Блядь, я не люблю плавать. Не видно ж нихрена. Где я, блядь? Куда я плыву? Хуй его знает. Ядрен батон! Они под водой! Я пошел. Да я не вижу куда. Сука. Так, надо всплывать резко отсюда. Так, я отсюда приплыл или откуда я, блядь, приплыл вообще? Бля, ненавижу плавать. Но я как бы в жизни не очень-то люблю. Куда, блядь? Блядь, еще один педрил этот. Пока их завалишь, еще, бля, время тратится. Еще один хуесос. На тебе в жопу. На, в ебучку. Фу, блядь, меня забрызгало мозгами. Че? Там еще один. Хмырь. Так, я нашел еще патроны для пулемета и записку. Еще одну записку, кстати, нашел. А можно мне РПГ, блядь? Иначе как мне эти гребаные пулеметы разбить? Ну, типа, никак. Так что мне не нужен, не нужна записка и патроны для этого самого. А, понял. Под водой он в бок не плавает. Важная заметка.
Мне кажется, что это еще не все. Ну, в плане того, что где-то там в каком-то древнем Риме такая же будет хрень. И надо будет плавать под водой по каким-то туннелям, и там тоже будут педики эти, блядь. Ну, конечно, тут такая охренительная видимость. Ну, что, в принципе, логично, как бы ты под землей, под водой. Может, ты всплывешь уже? Так, ну и че? Ну, я всплыл как говно. Секретное место. Блин, заебись. Патрон для... А, ну вообще, да, заебись. Я просто как бы... Теперь у меня есть динамит и РПГ. Ну, главное, конечно, РПГ. Динамитом-то хрен добросишь, что ты куда, блядь. Так, ладно, теперь осталось выбраться из этой жопы. Куда-нибудь. И вломить этим пулеметом по самой не могу. Вопрос в другом, смогу ли? И, кстати, я слышал свинью. Нет. Нет. Ты не можешь так поступить со мной. То есть мне что, сейчас обратно плыть? А в смысле обратно плыть? А как я там вылезу? Там же колодец. А... Где-то же должен быть выход. Может, тут текстуры какие-то? Может, тут взорвать что-то надо? Да хрен её знает, не похоже. Блин, ну как... в смысле обратно плыть? Да вы что, ебанулись? Но это пустая комната, она не просто так будет. Ладно, давай попробуем. Сколько у нас РПГ? 4, не, нельзя тратить ни на что. Динамит. Сейчас будет больно. Так. Судя по всему... Да. Ни хрена. Не, ну вы что, прикалываетесь? То есть, ну, серьезно, да? Вот так вот, реально? То есть, реально мне сейчас плыть обратно по всей этой жопе? Еще не факт, что я из колодца вылезу, кстати говоря. А если не вылезу? Да я так сейчас все патроны потрачу. Это печально. Это, ну, пиздец, как печально. Я просто, ну, я не знаю. Не, в натуре, блядь. Это прикинь, да? Такой путь проделать. Так, ну это секретная локация, да? Как бы тут ничего нету. Мне кажется, что где-то, ну, что тут какая-то ошибка. Не может такого быть. Я тут сейчас по этим лабиринтам затрахаюсь плыть, блядь, я хер найду. Откуда я вообще приплыл и зачем? Блядь, там надо было, наверное, всплыть, подышать. Но я просто так расстроился дико, что, ну, как бы уже, наверное, подсознательно думаю утопиться тут, блядь, к чертовой матери. Тихо, я пошутил! Вася, давай, плыви быстрее ты, блядь. Так, вижу свет в конце тоннеля. А, блядь, тут есть лестница. Сука. А если бы я тут не было? Вообще, какой-то дурак строит лестницу в колодец. В натуре, а если бы сейчас не было лестницы, что бы мы делали? Пиздец бы был бы. Давай попробуем. С РПГ. РПГ такой интересный у него.
Найс. Вроде неплохо справились. Ну, почти неплохо. Один раз, конечно, промахнулся. Ружье 38 буфа. Так, пулемет. Сука. А, блядь. Откуда повылазили? И, кстати, все время вот не, ну, не любил я заканчивать эту локацию, мне нравилось по городу лазить. И, кстати, мы так не увидели бабу в ванной. Я требую бабу в ванной. Как, почему? Где мы вообще, блядь? Нет, туда мы не пойдем пока. Мне надо вернуться в город. Мне надо понять, как этот секрет открывается вообще. Ну, то есть, как бы сюда нам надо, понятно, да, по сюжету. Мне надо. К бабе. Я же Дюк Нюкем. Подожди. Есть одна идея. Дебильная. Сука. Мне кажется, нет. Мне кажется, он, в принципе, не зацепится за эту хрень. Хотя, по идее, почему бы и нет? Не, не зацепится. Хуясь он как умеет. Ну, блин. А как же тогда? Ну, то есть, как бы, да, там лестница есть, но... Я что-то не вкурил, блядь, если честно. Ну, какой-то же должен быть секрет. Как-то же эта хрень открывается? То есть, ну, как бы здесь логичная логика. То есть, ну, тут прям, ну, видно, что секрет. Вопрос только в том, как туда попасть. Я вот что-то не очень себе это представляю. Встань на кресло. Не хочет. С ноги он тоже не вышибли, да? Mm-mm. Сука. Как же туда попасть? Ну, конечно, не факт, что именно там эта баба. Еще что-то казалось, она на втором этаже где-то была. Ну, допустим. Но здесь ничего, здесь вот текстуру не отличишь от пещеры. А здесь он сразу падает, да? То есть вниз. Да ёпта дэй. Не, вот я на крышу на эту вылез. Ну, не на крышу, а на эту шляпу. Тихо-тихо-тихо. Давай без резких движений, брат. Куда меня понесло, вообще непонятно. Тихо. Прыгай. Чё там? Там виселица, да? Начало уровня. То есть меня от финала уровня отделяла тупо эта стена? Так, допустим, мы все еще на плаву. Тихо-тихо-тихо, ты какой-то резкий, на. Ты какой хуйней занимаюсь? Как будто баб голову не видел никогда. Ну я не хуя хз, короче. То есть там есть секрет, но как этот секрет попасть, я не знаю. Может взорвать ее нахер? Я клочки бумаги зачем-то собирал, жену. Как-то туда можно... Блин, вот мне кажется, что здесь вот какая-то вот лаз какой-то где-то, куда-то. Угу. Оно разбилось, да. Но мне это ничего не дало. Может, тут какая-нибудь кнопка есть? Блин, какой херней я занимаюсь в натуре?
Ну, типа, надо как бы играть, проходить, но мне просто дико интересно, что там такое. Ну, то есть, как бы я предполагаю, что там. Я хочу понять, как это, как туда попасть. А игра меня не пускает. Может, это потому, что это пиратка? Ну, типа, паленка на болванку записана. Может, там стоит какая-нибудь это... Защита. Чтобы на баб не смотрели. Туда бы тут и стриптизерш не было бы. А вот он так не цепляет. Он точно может по ней ходить, но вот так он не цепляется за эту крышу. Салон. Да, я думал, это какой-то Мулен Руж местный. Блин, да я ж спать не буду, ну. Если я не разгадаю загадку. Ну, я не могу понять, какую разгадать. Типа, вот это что? Сральня? Ну, или что-то вроде. Зачем? А, хрен его знает. Можно ли залезть наверх? Да и ни хренашечки. Ага. Ну, как бы вот даже в реальной жизни, вот он, вот это тентом покрытая хрень, как ты на нее запрыгнуть собрался? Короче, мое уязвимое эго и любовь к женщинам не оставила мне выбора. Я все-таки полез в интернет посмотреть, как попасть в ту комнату. Но, пока я смотрел одно, я нашел кое-что другое. Ну, то есть еще один секрет. Где-то он, сука, хрюкает-то. А, ну я знаю, где он хрюкает, да. Он хрюкает там, где, да. Куда я очень хотел попасть. Так. Ладно. Первый секрет, который я подсмотрел, это вот здесь было. Так, осталось еще понять, здесь это где. Опача. Да. Опа. Полезли. Но там что-то, я так посмотрел, там еще, кстати, прилично. Достаточно. Не надо думать, что там уже, блядь, конец уровня хуйнаны. Там еще, блядь, лазить и лазить. Так, пистолетов набрали, этого набрали. Тут, видимо, отчаянный, предок отчаянного жил. Ну, типа, там, во втором фильме, там, сцена в церкви, там, все дела. Так, теперь мне надо вот сюда попасть. И здесь внезапная секретка есть. Сожри это, тварь. Вот и наша подружка. У которой есть охуевшая волына. Ну как охуевшая? Так, конечно, себе не волына, но все равно. Детка, ты бы знала, сколько мне потребовалось времени, чтобы добраться до тебя. Да. Дразница, дразница. Ну и да, наш любимый газовый плафон. Все, вот так это делается. Причем нельзя было с той стороны за ней подглядывать почему-то. Так, ну ладно, нам нужна еще третья комбинация, чтобы сейф открыть. Третья комбинация лежит в тюряге. Куда мы сначала хотели, а потом не захотели идти. И да, там где-то должен быть волшебный, желанный мною, как не знамо что, прибор ночного видения. Так, ладно, в замкнутом, в замкнутом пространстве, я думаю, наверное, стоит взять дробовикс. Опять темно, как в заднице. Вообще, по-хорошему получается, что мне придется полигры надо проходить в этих зеленых очках. Иначе ни хрена не увижу. Я буду экономить пока что. Я просто не помню, как они работают. По какому принципу. Понятно. Очки. А, они еще временные. Сука. Я-то думал, они бесконечные. А они, оказывается, ограничены во времени. Зараза. Вот это кидалово. Осуждаю разработчиков, вы что, конченые, блядь. В смысле они ограничены? Где? Кто?
Когда? Бум. Ну, типа, я в камеру залез. I feel like a bookie. О, мне кажется, это уже целая книга. Мне кажется, там где-то должно быть... Не хотелось тратить, конечно. Старая записка, колчугана, порванная бумага. А. Все, ладно, я понял. А их подзаряжать там как-нибудь можно, нет? Так, ладно, все, у меня есть три кусочка. Пойдем возьмем ключ и через главные ворота просто в гарнизон в этот вломимся. Ну его нахер. Так, чтобы теперь вспомнить, где здесь банк. В этом уютном городке. Ну да, несмотря на кучу свиней. Вот, вот если честно, вот на самом деле, блядь, игру Duke Nukem Time to Kill я люблю тупо исключительно из-за этой миссии. Из-за Дикого Запада, все. Не, ну как бы в принципе мне эта игра, ну, как бы нравится, но вот, вот за эту миссию просто я, блядь, больше, ну, вот из всех частей она мне больше всех нравится, потому что Дикий Запад. В замках там вот это все остальное, это же неинтересно, а вот Дикий Запад, да. Так. Давай. Чё? 36, 34, 36? Это моё что? Здесь столько золота, которого бы я хотел. А, или не столько золота, сколько бы мне хотелось, потому что я вижу тут только серебро. И еще я вижу то, что это, блядь, первая контрольная точка. За все время. Так, в мешках что-нибудь есть? Ни хрена там нет. Ага. Скелетный ключ. Эти свиньи могут летать. Скелетный... Не, ну там скелетон Кей, это, наверное, что-то означает на английском. Что-то мне подсказывает, что это только начало. Контрольная точка не просто так. Ой-ой-ой! Сука, где он? Да, блин, дебил. Да хорош! А, ну да, правильно, мы банк хакнули. Конечно, тут народ набежал. Они же полицейские. Ёб твою мать. Давай, сука. Побежал на. В жопу тебе прям дробью. Так, ну слушай, у меня так патронов не хватит. Так, давай напрямки пойдем, пизду. Мало ли сколько их там еще этих чертей. Так, а напрямки я куда? Вот сюда. Так, по-моему, вот это замочная скважина, да? Я просто хреново вижу. Здрасте. Сейчас будет резня. Резня, мясня и свиноубийство. Так, это... гарнизон? Тихо. Что произошло? А, меня типа закрыли? Ну, ёб твою мать, конечно. А ты что думал, за здоровье придется поплатиться? Ну, тут под этой шконкой чудной есть динамит. Я сейчас возьму его и разнесу... Сука. Ты какой? Блять, да нормальное оружие выбери, ты дебил. Все перебрал, все, чтоб вот всю хуйню, короче, бля. Валим.
Да, переключать оружие здесь, ну, типа, ну, не очень удобно, я так сразу скажу. Хотя тут много чего неудобного. Двигается он тоже как криво. Прицел конченый. Камера тоже. Бля, у меня броня кончилась так-то. Так-то плохо. Куда идти, хуй его знает. А врагов тут еще visible, invisible. Блять. Одно радует, у этих пидорасов глаза светятся красным, как у Терминатора. Блять. На, в жопу тебе. Подожди, там где-то этот хуидрын сидит. Бластерный. Ладно, я беру свои слова на... назад. Это не один хуидрын, а два. Я застрял. Зачем? Да просто так. Он меня обидел, он выстрелил мне в спину. Давайте еще тут посмотрим, что здесь. Кроме печки. Кто там еще пока? Динамит. Такой, блядь. Тюлень, блядь. А там что-нибудь вообще есть? Ну там что-то он мигает. Я могу? Здесь где вообще? Двери, не двери? Там что-то есть? Ну, типа, как открыть? Как, где дверь-то, блядь? Вот это, наверное. Ну, типа, я с... С другой стороны, я со стороны выхода, я должен был бы открыть. Нет, не открою. Ну, хер с ним, ладно, подумаешь, что тут, блядь. Пистолет, наверное, какой-нибудь лежит. Да, там как-то можно оружие тюнить. Что у тебя пистолет будет как УЗИ стрелять. Я вообще мне что-то казалось, что там можно два было замутить. Два, которые стреляют как УЗИ, это вообще имба. Броня использована. Броню где-то там нашел в темноте. Да, блядь. Где? Что это? Он туда не лезет. Не знаю, что это, но туда не лезет. А, это стол, блядь, какой-то с бумажками. Он сверху, да? Да, он сверху, сука. Ненавижу, когда они сверху. Пидорасы, блядь. Да беги ты нормально, ёбаный ты, блядь, каблук. Минус голова, на. А, руки так и чешутся, конечно, очки ночного видения одеть, но, бля, их так мало. Пулемет Гатлинга. Пулеметы Гатлинга я люблю, да. Хорошо, что здесь еще пулемет Гатлинга, ну, типа, такой. Нормальный. А то, может, на Диком Западе здесь мог быть пулемет Гатлинга, который надо с рукоятки крутить. Давайте, пидорасы, кто тут еще у нас? Че? Я видел броню. Сука. Я точно ее... Я чувствую ее. Разглядел в темноте все-таки. Здесь тоже? А почему они их в клетках держат? Это же их не братва, нет? Или типа свиньи не любят мозги? Не, он не открывает. Где? Блять. Прикиньте, он там спрятался, падла. Ёпта, дай. Что себе нахуй отсюда? Тут, кстати, был какой-то прикол, я... Я не то чтобы... Ай-яй-яй, да, действительно, ай-яй-яй. В смысле, уровень заново. С контрольной точки же, блин. Ай, сука, 100 здоровья. Пиздец. Это фиаско, братан. Вот так меня, конечно, еще не уебывали. Ну, типа, сейчас вот обидно было, реально.
Там был ебучие, блядь, бочки с динамитом, а я не видел в темноте, блядь. Я остался без брони, без хилок. Хоть аптечка осталась, блядь, спасибо и на этом, блядь. Причем мне нравится такая реакция, ай-яй-яй. Тебя сожгли нахуй, а ты ай-яй-яй. Блядь, это почти конец уровня, сука. Где там эти бочки были, хуй их знает. Так и свиньи смогли меня завалить. Хитростью. Вот где они? Или там уже их нет? Так почему он ходить не может, когда... В режиме прицеливания, только поворачиваться немножко. Вот это чё, блядь? Вот хрен его знает. Ну что, тоже взрывчатка. Не, ну блядь, ну так меня, конечно, подставили жестко. У меня столько здоровья было, блядь, все отняли, пидорасы. Это лифт, я так понимаю. Time to play some minor 69er. Время опуститься на сколько-то там метров. Блять, вот шаг, буквально шаг до конца уровня оставался, прикиньте. Ёбаный, 6 из 7 секретов, кстати, где-то еще один секрет остался. Пиздец, вот это обидно, нахуй. Просто вот буквально, вот он в шаге от меня был, конец уровня. Нет, я умудрился впороть, блять, жизнь, блять. Осталось 5 жизней. Печально. Зато, блять, лазил по Дикому Западу целых 42 минуты, ну, блять. Убить врагов 62. Неплохо, неплохо, да, то, что надо. Вот это да, это вот. 42 минуты, как раз то, что доктор прописал. Шахтер 69. Звучит пошло. Звенящая пошлость. Так, ладно. Лазить по гребаным шахтам, а там душнина, блядь, еще та, я помню. Лазить по гребаным шахтам мы будем уже в следующей серии, я думаю. Вот эта серия прям вот, ламповый дикий запад, это вот то, что вот, да. Зайца. Дикий запад, это прям всегда меня бодрит и радует. Ладно, на этом как бы серия заканчивается с Дикого Запада. Мы как бы все еще технически на Диком Западе, но мы в блядских шахтах, в подземелье, в вонючем, в сраном, в печальном, короче. Но там тоже будет где посмеяться. А на этом как бы все. Всем спасибо за просмотр. Hasta luego. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.